ела. Я решила прям тут есть. Мне так часто ребята писали в эфире: да ешь прям с нами. Я думаю, ну ладно, хотите с вами? Сейчас все будете видеть, как я давлюсь творогом. Как бы. Пожалуйста, хотели, мы сделали. А ты что ешь? Так, правильно. Ну так и ты, выходи в эфир, тоже ешь. Давай, настраивай камеру. Поехали. Рассказываю, у меня сегодня был такой странный эфир с утра. Я просто зашла. Вот у меня вот так вот колено. Сидел на стуле, и все, и чувак был доволен. Вылетело. Что вылетело? А, ты, в смысле, ты вылетела? Заходи, ешь. Серьезно? И что? И моя коленка привлекательная? Наггетсы. Боже мой, как вкусно. Я бы тоже хотела наггетсы, а я вот давлю с творогом. Во-первых, я поленилась что-то приготовить. Это во-первых, да? Во-вторых, я сегодня и вчера не ела мясо. Значит, что? Я не доела белка. Значит, зачем я хожу в тренажерный зал? Серьезно? Еще как? Не, ну, смотрите, как бы. Ник, сколько там нога? Фу, какая красивая. Опять вот это? Опять ваши агрессивные комплименты? Ну, ладно, спасибо. Итак. Фу, как спасибо, как приятно. Я же вам рассказывала, что я мечтала выйти замуж за Агучина в детстве. Вот вторым моим претендентом уже в подростковом возрасте. Добиваем, девочки, план. Вот именно. Короче, я потом мечтала выйти замуж за Лазарева. Вот сейчас он пел. Но это было в подростковом возрасте. Вот. Потом я мечтала выйти замуж за хоккеиста. А сейчас я вообще не мечтаю выйти замуж. Мечтаю просто счастливой быть и план добить. Вот. Привет, привет. Ты вернулся? Вот так. И у тебя долгая любовь к нему? Или она тоже изменчива, как у меня? Ага.